сегодня будем говорить мы с вами о целомудрии. И о целомудрии можно говорить совершенно по-разному. По-разному. Сегодня я вам предложу форму, которая вписывается, ну, в концепцию, вот в эту концепцию, которая вот на данном ролл-стенде изображена. Значит, целомудрие – это слово, которое немножко шире, чем понятие девственность, да, только, то есть конкретное физиологическое состояние. Конечно же, целомудрие, скорее всего, это целостность. Да, ты обладаешь мудростью, когда ты целостен, и ты целостен только тогда, когда ты обладаешь мудростью. И это скорее понятие, которое охватывает всю личность. Да, это чистота тела, да, без этого никуда. Но тело не существует вне души. Поэтому, когда мы говорим о целомудрии, мы затрагиваем такие понятия, как чистота мысли, чистота желания, чистота поступков. Да? Хотя очень часто, ну, все-таки в контексте, да, мы говорим в контексте супружеских отношений. Вот, и будем говорить о сохранении девства до брака, да, и о сохранении целомудрия в браке. Сегодня про это не говорят. Да? Эта тема покрыта таким флером, знаете, неудобно говорить. И если раньше об этом молчали, потому что эта тема была действительно, ну, такой таинственно и таинственно, я бы сказала, да, священно. Об этом не говорили, потому что все это действие проходило только вот за стенами. Это было действительно личное какое-то вот действие. То сегодня об этом не говорят, ну, потому что что? Потому что это не модно, да, девственность и целомудрие сегодня для людей превратилось в такой отягощающий атрибут. Иногда даже уродующий женщину, и это видно в глазах девушек, с какой болью они об этом говорят. То есть вот такая вот тенденция. Но вместе с тем, все-таки я стою на таких позициях, что в нашу молодежь нужно верить. Да? То есть именно, ну, если не они, то кто будут пионерами, да? Вот, и первооткрывателями вот именно вот в этой сфере. Поэтому, конечно же, о всем этом нужно говорить. Вот, ну, а вообще, вот такой вопрос, когда произошел этот вот ментальная катастрофа, когда произошел вот этот перелом, который привел к тому, что целомудрие стало не актуальным, не модным, которое привело к тому, что вот, да, это сегодня не модно. Ну, действительно, изменения накапливались в обществе длительное время, да, длительное время, но таким вот выбухом, таким вот взрывом явилось действительно сексуальная революция, которая, вот можете обратить внимание вот на данный ролл-стенд. Сексуальная революция – это явление, которое появилось в середине 20 века. Некоторые символично называют даже год. Это 1953, в некоторых источниках 54, но это сейчас сложно проследить. Это выпуск первого журнала Playboy. Да, здесь можно поиграть вот с этими вот названиями Playboy. Да, дословно переводится «играющий мальчик». «Играющий мальчик» или еще «прожигатель жизни». И вот, понимаете, массовый, что принесла в чем выразилась сексуальная революция? Таким девизом массовой психологии стала фраза «бери от жизни все». Да? «Живи на всю катушку». И вот этот вот кролик, да, этот плейбой, этот прожигатель жизни, он стал своего рода иконой, стал своего рода образцом для подражания. Образцом для подражания. А самый простой путь? Каков самый простой путь для того, чтобы, ну, взять от жизни все? Самый простой путь. Здесь не надо долго думать. Не надо нести ответственность. Ну, не надо нести ответственность, а в практическом плане. Хорошо. Удовлетворяй свои потребности. Удовлетворяй, да, везде. Хочу, делай. То есть это было связано с распространением внебрачных половых связей. Да, это наркотики. Вот здесь написано, что с 50-х, 60-х годов вот лавина грязи, разврат, она просто хлынула на экраны. С 70-х годов в некоторых кинотеатрах открыто показывались сцены порнографии. И это было cool, это было круто. Для того, чтобы вы представили масштаб всего происходящего, я случайно буквально вот наткнулась на такую заметку. 1969 год США. Вудсток. Это штат Нью-Йорк. Небольшая деревушка, небольшая местность в штате Нью-Йорк. Там проходил очень популярный, ну, написано, знаете, фестиваль искусства и музыки. Я насмотрелась в интернете, что это был за фестиваль искусства и музыки и какие там преподавались именно искусство. Но, по сути, это был очень популярный рок-фестиваль. Так вот, документальный факт, и это задокументировано, что после этого фестиваля, в котором участвовали, внимание, 500 тысяч человек, на свет появилось 200 тысяч детей, рожденных вне брака.
200 тысяч детей. Вот такие вот масштабы. Вот. Ну и, в принципе, сексуальная революция явилась очень такой красивой оберткой, очень красивой картинкой. Но что она принесла? Что, мы стали, люди стали более здоровыми? Нет. Нет. Семьи не стали крепче? Нет, семьи не, мы не стали счастливее. В 1970-х годах начала реализовываться в США программа полового просвещения. Уже плоды этой программы были видны через 5 лет. На 371% выросло количество разводов. На 175% выросло количество одиноких людей. По сути, традиционная семья разрушилась. Появились вот такие вот модные слова, как группы, триады, свингерство. Вот. Соответственно, проблемы, которые вытекают из этих... Из этих явлений они налицо. Чувство вины, отвращения, нарушение сексуальной функции. Вот. Все это связано с тем, что, конечно же, это все противоестественно для человека. Это такие, знаете, суррогаты. Суррогаты – это вот такая искусственная замена настоящей любви и семье. Ну, еще таким, конечно, глобальным последствием сексуальной революции стало распространение контрацепции. И специалисты сегодня открыто говорят, что нет ни одного контрацептивного средства, которое работало бы на 100%. То есть и постепенно это явилось толчком вот такой целенаправленной легализации абортов во многих странах. То есть это два понятия, которые связаны очень идейно, идеологически, психологически. Вот. На уровне очень тонких механизмов. Поэтому, конечно же, огромное число. 40-45 миллионов абортов в год дала вот такая вот пропаганда и секс-просвет в среде подростков. Вот. Ну и, в принципе, здесь уже ясно, да, что дело это очень темное. Конечно же, в противовес этому всему нужно говорить о чистоте и о целомудрии. Поэтому сейчас предлагаю вам немножко так окинуть взором причины сохранить целомудрие до брака. Хорошо, ну и первая причина – стабильность брака и духовное единство супругов. Про что это? Скажите, слышали ли вы, что добрачный период – это очень уникальный и особенный какой-то период? Конечно. В чем его особенность и уникальность? Мы познаем это на уровне психологическом, да, на уровне душевном. Вот. Очень часто молодые люди с ней перескакивают вот этот период и входят в отношения сразу через близкие отношения, через секс, через интим, лишая себя вот этого вот грандиозного опыта. И если говорить о том, что возможно ли на таком базисе и основе построить семью, только на основе сексуальных отношений, какой-то эйфории, которая, не будем скрывать, присутствует у молодых людей. Гиперсексуальность. И, значит, я очень хочу подчеркнуть, что Оля взяла правильный тон, потому что мы делаем вид, что все ведут себя целомудренно. То есть вот выступая с этой темой, то есть мы понимаем, что все спят, да, то есть, внутри понимаем. Но мы этот вопрос, то есть они говорят, вот тут мы все так очень так чинно высказались, что нужно там узнать. Вот. А естественно, подростки скажут, что нужно узнать себя как следует, да, то есть и вот там попробовать и все такое. Вот. Но мы это пропускаем мимо и дальше гнем нашу целомудренную линию. Да, то есть, что, и вот даем дальше, потому что вот нужно обязательно вот опять супругов, да, то есть мы на всю жизнь, чтобы всю жизнь прожить. Вот этот вот тон очень важен. То есть мы не спускаемся на уровень обсуждения, подойдет, не подойдет. То есть они, конечно, будут нам подталкивать, ребят, вот эти вот. Потому что тема, естественно, их очень интересует. Это вот, особенно если будет это смешанная группа, мальчики и девочки. Вот. И тут уже не угадаешь. Иногда девочки более себя развязанно ведут, иногда мальчики, не угадаешь. Mm-hmm. Вот. Но факт налицо, что мы должны оставаться вот на уровне вот такого вот. То есть мы делаем вид, что мы находимся в 60-е годы или 50-е, вот, и что, в общем, все ведут себя очень чинно и благородно. Вот. Нет, это очень правильное направление, потому что, и статистика говорит, что вот этих вот гормонов, феромонов хватает, 2-4 года, дальше все. Просто дальше все. Хорошо, да, завяли помидоры, и что делать дальше, неизвестно. Хорошо, появляется ребенок, он еще какое-то время, как, знаете, звезда такая, звезда созвездия, вокруг которого вращаются родители. Но настает период, когда ребенок уходит из родительского дома. И что происходит тогда? Я почему я об этом говорю? Потому что у меня был такой пример из жизни. Мои знакомые развелись после 18 лет.
совместной супружеской жизни. Ребенок вырос, вот 14-15 лет, все, и оказалось, что им не о чем поговорить. То есть они вообще не знают, что друг с другом сделать. И знаете, да, и понимаете, и осознаешь, что это крах, что это провал вообще жизненный, тогда, когда он говорит, что она готовит ему 18 лет салат оливье, который он терпеть не может. Понимаете, вот в такой момент у меня вот мурашки по коже. Вот как люди, ну, как люди живут. Да? Вот. А действительно, вот эта вот гиперактивность и гиперсексуальность, вот эта вот сексуальная доминанта, которая формируется у людей в психике, она перекрывает все. Там уже не до каких-то интересов, там уже не до размышлений, там уже даже не до накопления какого-то совместного опыта, который, кстати говоря, может послужить очень сильным стимулом для, в дальнейшем, да, для сохранения и развития супружеских отношений в браке. Ну, я говорю здесь совместные какие-то, какое-то времяпрепровождение, там, поездки, совместное приготовление пищи, просмотр фильмов и так далее. Ну, вот это очень важные вещи. Можно, кстати, Оля, здесь спросить, ребята, сколько времени супруги посвящают на супружескую близость? В неделю. Я вам скажу, обалденные ответы. Серьезно? Да, серьезно. Реально. То есть можно тут навязать и очень много чего рассказать. Вот, потому что вот может прямой вот вопрос. Ребята, сколько, вы думаете, супруги посвящают на интимные отношения в неделю? Не так не как... Не вот. Это, кстати, очень, очень классно. Я такой даже вопрос клерикам задаю, потому что клериков... Клерики это тоже... Ну, я семинаристы, то есть это тоже молодежь. Вот, и у них тоже, как бы, ну, искаженный подход. Вот. Ну и, значит, как правило, ответ звучит 20, 30, 40. Часов? Процентов. Процентов. Я говорю, окей. Я слышала 80. То есть теперь, если они говорят там 20-30, ну или там, ну, хорошо, если они сказали 30, то есть я говорю, окей, раскладываем это на дни в неделю, да, то есть получается, вот они там 4 дня держатся, ну, рабочие. Пятый день, там, пятницу уже еле-еле. Наступает вечер пятницы, и они уже из койки не вылезают до понедельника утра. Вот это 30%. Вот. Когда я ему как бы сказать, я говорю, ну, вы так у своих родителей видели это, да, или как? Где вы такое видели? Они это видели где? В фильмах. Потому что в фильмах только этим люди и занимаются. Да? И там женщина всегда готова, у нее никогда не бывает менструации, у нее никогда не бывает ПМСа. У никогда не болит голова. Никогда не болит голова. У нее всегда все в порядке, она всегда хочет. Вот. Это, то есть, и они начинают смеяться в этот момент. То есть, и они понимают, что на самом деле, ну, фильм это какая-то манипуляция. Вот. И в реальности, то есть, когда есть белорусское, кстати, исследование, что там супружеские пары вступают в близость, и это очень близко, я думаю, к правде, 2-3 раза в месяц. Ну ладно, там, все-таки в реальности мы говорим о 1-2%. А что остальное время супруги делают? Если их ничего, кроме интимной близости, не связывают, то что, чем им заняться? Да они просто не знают, они дезориентированы, просто не знают. Ну и с этой причиной, ну в принципе здесь направление мысли ясно, да? С этой причиной связана и вторая причина. Залог сохранения верности в браке, и можно сразу перейти к следующему слайду. Вот, согласно западным исследованиям, здесь показан, значит, очень классный, очень такой показательный слайд. Это процент стабильных браков после 5 лет супружеской совместной жизни. И показывается зависимость от количества партнеров до брака. Вы видите, да, что процент стабильных браков падает с 80 до 54. Это вот такое прям падение вниз. В зависимости от того, были ли у супругов связи внебрачные, либо был один партнер. Ну и дальше видно, что с количеством, с увеличением числа партнеров процент стабильных браков уменьшается. И здесь, наверное, работает очень много механизмов, да, очень много механизмов, но одним из механизмов, сегодня очень активно как раз-таки навязываемым, является понятие сексуальной несовместимости. Да, сексуальная несовместимость. Ну, медики, ну, четко знают, что такого понятия, как сексуальная несовместимость, но его просто в природе не существует. Мужчины и женщины изначально сотворены так, чтобы идеально подходить друг к другу. Да? И скорее здесь идет вопрос не о какой-то физической совместимости. Здесь идет речь о совместимости, которая есть в головах. Можно представить среднестатистическую пару, мужчину и женщину, у которых был огромный багаж. Да, огромный багаж добрачных связей. И когда они вступают в брак, даже если на первых порах об этом не говорится, на это не уделяется внимания, то на самом деле мужчине очень важно, да, сколько было у женщины партнеров до брака. И потом начинаются между мужчиной и женщиной становятся обиды и какие-то вот такие
придирки и обиды. Вот, потому что всегда память никто не стирает. Всегда механизм сравнения остается. Да? С Петей было лучше, а вот Олеся была здесь более хороша, а здесь менее. То есть, ну, и получается, что сексуальные отношения до брака, ну, такое воровство, да, воровство у самого себя, воровство у своей будущей жены. Потому что изначально, если представить такую метафору, что нам даны сосуды любви изначально, мужчине и женщине, то, конечно же, в идеале, вот когда мы приходим в брак, идеально, чтобы они изливались друг к другу целостно. А если мы расплескаем вот этот дар, который нам дается? И поэтому следующий слайд нам говорит о том, что подарить друг другу себя полностью возможно только один раз. Сегодня целомудрие обесценено. Но если же вот задуматься над тем, что человек обладает чем-то, что дано один раз, и вернуться уже в это свое состояние он не может. И целомудрие нельзя потерять. Но ведь правда, это не монетка, которую мы сейчас так часто теряем. Нет, целомудрие и свою девственность можно подарить только одному мужчине. И сделать это можно только один раз. И вот здесь очень классные есть метафоричные такие метафоричные вещи, метафоричные игры, которые отсылают нас как раз-таки к теме добрачных сексуальных отношений. Но посмотрите, нет, я не подготовилась, нет у меня здесь куска скотча, да? Но вы все представляете, кусок скотча. Что будет, если мы присоединим скотч к себе первый раз? И будет больно, достаточно неприятно, если я затем передам вот так по кругу этот скотч и попрошу вас прикладывать к своей руке этот скотч. Что будет с каждым? Каждый раз что вы будете наблюдать? Все легче и легче. Да, все легче и легче будет. На него налипнут разные волосы. Да, всякая грязь, всякая бяка. Вот это очень показательно. Точно так же и в отношениях. В отношениях между мужчиной и женщиной, с каким бы мужчиной и женщиной не вступала в отношения близкие, формируется очень тесная взаимосвязь не только на уровне тела, но на уровне души. Мы сразу вспоминаем, да, о том, что мужчина и женщина становятся плотью единой. Соединились они. А потом разошлись, разбежались и разорвались. И каждый раз это как нож по сердцу. Это, знаете, как руку оторвать. А затем с другим соединились. И опять сформировалась очень сильная связь. И затем опять разъединились. И сколько раз так будет, неизвестно. И каждый раз это травма и трагедия. И прежде всего, конечно же, для женщины. Следующее, что у нас? Значит, следующая причина – получать удовольствие от супружеской близости. Значит, и здесь мы говорим о том, что сексуальность человеческая, она намного шире, многограннее, чем сексуальность животное. Обычно можно представить вот эту вот сексуальность человека в форме яблока, да, разделенного на 4 части. Удовольствие, в принципе, это такое воспринимается как мотивация, да, и очень большая награда, потому что, в принципе, если бы этого не было, наша с вами встреча была бы не актуальна, да, в каком-то смысле. Вот, поэтому, конечно, удовольствие есть. Дальше говорили о том, что это эмоции. Очень сильная эмоциональная связь устанавливается между мужчиной и женщиной. И интимные отношения не есть начало, да, но есть полнота. Полнота вот этого душевного единства между мужчиной и женщиной. Следующее – размножение, продолжение рода. И еще один фактор – это признание обществом. И мне очень нравится, то есть это брак, да, то есть все вот это вот как-то надо узаконить, да, что происходит в отношениях между мужчиной и женщиной. И мне очень, кстати, нравится еще идея о том, вот про брак, что это есть реализация какого-то вот нашего очень глубинного, глубокого мистического стремления к домостроительству, да, вот построению семьи и дома. Вот поэтому, сегодня яблоко это кусается с разных сторон, да, как ни посмотри, с любой стороны огрызок. Вот. И давайте посмотрим, вот если мы говорим уже про добрачные отношения сексуальные, какие сферы вот откусываются, да, какие сферы не работают. И вы должны четко понимать, что сексуальность человеческая может явить себя во всей красоте только вот в целостности вот этих 4 факторов. Не будет одного, не будет и другого. Что здесь нарушается, когда мы говорим о сексе до брака? Чего здесь нет? Признание обществом, хотя уже тоже... Признание обществом, брака-то нету, да? Брака... Пока что еще все-таки так со скрипом. Вот. Хотя, знаете, да. Я, к сожалению, встречала таких мам,
которые говорили, что вот, а у моей дочки, вот, получается, парень, вот они вместе живут, ой, я так за них рада. То есть свита у них нет, но вместе они живут. То есть, их она благословляет. Я могу... человек, которые вместе живут, а я знаю мам, которые принимают парня, который живет с дочкой, понимаете? И у нее это производится все в доме, и она тоже говорит, это хорошо, под моим контролем, но я как бы... И мать еще сидит в кровати. Да, ну типа того, понимаете? Да, но это очень сомнительное признание общества, да, здесь мы идет речь о супружестве. Можно сказать, что смотри, ну вот я... могу поделиться просто личным опытом, когда в 2000 году я поехал учиться в Польшу, и там, ну, что-то вот стало разбираться, что-то, ну, во-первых, я увидел свободные технравы в польских, я был очень удивлен, кстати, вот. И когда я узнал в 2001-2002 году, что парень с девушкой снимают вместе квартиру, и хозяйка им разрешает, молодые, да? Ну, студент со студенткой, да, то есть не женаты абсолютно, и хозяйка квартиры, на это идет. Я говорю, прошу, пани, я говорю, это же не морально. Как это вы им сдаете квартиру? Вы же костел ходите. Вот. Я помню, что у меня был такой, знаете, праведный гнев, потому что в тот момент снять квартиру в Беларуси парню, девушке, у кого-то это было просто не, ну, невозможно. Да? То есть, прошло 5 лет, вот мы вернулись как раз из Польши, 2007-2008 год. Спокойно сдают парням девушку. Нас сломали буквально там за 5-6 лет. Буквально 5-6 лет. Вот и стало это норма. Но чего точно нету, парень с девушкой, которые живут без брака, они не хотят отмечаться. И здесь можно сделать показ. Женщина боится. Конечно, она не уверена, верит, что он, да. А мужчина тоже еще не знает, может, это, может, там. Вот. Ну, и когда вы на доске это рисуете, вот, ну, не на это самое, можно взять и вот закрыть, это вот, убрать это размножение, и вот огрызок, да, то есть что такое отсутствие размножения. То есть, как, и тут можно задать вопрос, как вы думаете, можно вступать в интимные отношения и не размножаться? Вот, то есть они скажут, ну там, дрэпцы, да, тут. И здесь получается одна огромная лекция, ну, мы, если это сейчас мы не будем делать. Нет, не будем, да. Вот, но, то есть, можно сказать, вот мы вам можем рассказать, да, то есть, ну, там пару мифов о контрацепции можно за 5 минут развеять. Угу. Например, самый яркий пример, что тот самый презерватив, вот, его эффективность 92%. Я говорю, вау, а что это 92%? Еще ждать. Вот. Читайте Википедию, да, то есть, такой, вот. И, то есть, ну, они же, на самом деле, считают, что это 99,9%. Вот, вот. А фактически 92. Вот их там что-то программные таблетки, сказать буквально пару слов, чтобы им было интересно еще раз нас потом пригласить без каких-то этих слов. Угу. Хорошо. Да, ну и в принципе... И возвращаюсь обратно, да? Ну, можно дальше уже, наверное. Оля, может быть, давай тогда расскажем просто, какие другие. Значит, смотрите, ну, давай, если ну, мы закрываем размножение признание обществом, что у нас остается? Удовольствие эмоций. Что это за отношение? Удовольствие эмоций. У кого? Подростки. Да нет. Гомики, конечно. То есть у них лишь есть удовольствие, есть. И эмоции у них там аж зашкаливают. То есть они там друг друга любят до гробовой доски. Каждый раз с новым партнером у них до гробовой доски. Вот. У них эмоции реально зашкаливают. То есть, во всяком случае, то, что вот мы знаем про их отношения. Но у них, естественно, по факту невозможно размножение. Естественно, наше общество пока что их не принимает. Но я думаю, что пройдет лет 15-20, и, к сожалению, будет то же самое, что в Европе сейчас. Но пока что это есть. Значит, потом, что еще? Если мы уберем удовольствие, эмоции, оставим только размножение и признание общества. Что это? Что это? Размножение и признание общества. Гражданский брак или как люди живут? Ну что, нет, все, что в гражданском браке, они вступают в близость, у них есть удовольствие и эмоции. Если только размножение, что это? Ну и с признанием общества. Ну, это эко, конечно, эко. Вот это эко, где супружеская близость, в принципе, ну, исключается. И обществу навязывается, что это необходимо для преодоления бесплодия. Вот. Или если мы, ну, что-нибудь оставим, только удовольствие оставим. Ну, это фактически анонизм, да, то есть, потому что, ну, ни того. То есть, люди улыбаются, а что, признание общества есть, да, то есть, я говорю, ну, вот пойди, сядь на улице. И заяснись. Самое шутка, это происходит в той самой Великобритании, где за это оштрафуют, ну, не того, кто это делает, а того, кто смотрит. А то, кто смотрит, да, то есть и полиция штрафует именно заявляющих. Потому что там вот они всячески хотят, чтобы это и обществом признавалось. Поэтому, к сожалению, детей в школах это учат, чтобы, ну, постепенно, ну, все знали, что это надо, без этого никак.
всячески навязывают. Так. Мы сейчас идем по европейской тенденции. Ну, конечно, мы еще пока не Австрия, не Германия, где средний возраст вступления брака 32 года. Вот, но мы... Ну и созревание мужчин и женщин сейчас? Ну потому что сейчас никто 23-летнего мальчика не воспринимает мужчиной. Да. Потому что это вот как раз тот самый плейбой, о котором говорила Оля, который умеет только спорхать с девушкой на девушку, и больше он ничего в принципе не может. Целомудрие до брака есть стопроцентная защита от венерических заболеваний. Мы уже с вами поняли, что нет. Да, хотя это обычно вызывает протест, ну, в таких традиционных аудиториях, особенно если медики посетили, провели несколько лекций, всегда говорят о том, что вот контрацептивы якобы защищают от венерических заболеваний. Но здесь есть конкретная связь. Да? Чем больше промискуитета, чем больше вот этих вот беспорядочных связей, тем выше риск возникновения этих заболеваний. В мире 350 миллионов каждый год становятся пациентами. В Беларуси 140 тысяч. 140 тысяч. То есть цифры, они действительно ужасают. Защищают, там презервативы не защищают. Ну, это выбор каждого, да? Но можно сказать, что может быть и защищают, а может не защищают. Но уж точно, что можно принять, что не всех, не всегда нет всего. Не всех, не всегда и нет всего. И если у вас желание стать вот в этой вот группе риска, никто ж не может сказать. Защитит или не защитит, это, знаете, так, русская рулетка. Вот. И следующий слайд, наверное, он показывает себя. Здесь статистика американская, да, в год. Количество заболевших различными заболеваниями, передающимися половым путем в США. СПИД 20 тысяч, сифилис 70, гепатит 77, гонорея 650, трихомониаз это 5 миллионов. И вирус папилломы человека 5 миллионов 500. Статистика в Беларуси. 300 человек умирает ежегодно от СПИДа. И столько же умирает от рака шейки матки. Только обычно забывают говорить о том, что рак шейки матки вызывается вирусом папилломы человека. И здесь, конечно, вопросов больше, чем ответов. Почему? Тут можно сказать, что каждый третий сексуально активный мальчик, у которого ну, есть связи, он является носителем. Угу. Вот. И у него, как правило, это протекает бессимптомно. То есть он даже не предполагает, что он носитель. Вот. А у девушки это протекает очень даже симптомно. Вот. У нее выскакивает, и тут подростки говорят, да. И они знают уже, что это такое, такие маленькие бородавочки. Вот. И причем, что для передачи этой бяки презерватив вообще никакой роли не играет. Вот. И тут я обычно рассказываю анекдот про марсианина, вот, то я в последнее время понял, что народ уже не врубается в этот анекдот. Не идет он. Так что можно без анекдота про марсианина объяснить, что эти бородавки, то есть, ну, грубо говоря, потерлись бедрами, и то есть, презерватив вообще никакой роли не играет. У девушки вызывает рак шейки матки. А мужчина, ничего, потому что у него шейки матки нет. Шейки матки. Вот. Поэтому мужчина, ну, передал дальше и пошел к следующей. Вот. А по факту девушка страдает и расхлебывает больше. Реальный случай из Могилева, что девушка 17-летняя, удалена у нее матка, потому что с 12 лет она живет той самой жизнью. Вот, уже счастливый, там, да, той самой жизнью. А у девушки 12-13-летней, у нее там на шейке матки вообще нет этого слоя клеток, которые от чего-либо защищают. Вот. И поэтому то есть, к 17 годам она уже получила вирус папилломы, рак шейки матки, рак матки, и ей нужно было удалять всю абсолютно систему. То есть дитё еще несовершеннолетнее. Она уже инвалид. Вирус папилломы человека размножается именно так. То есть они поцеловались, они потерлись бедрами, да, сейчас там разные способы, чем обо что тереться. Вот. И все очень-очень хорошо передается. Очень хорошо передается. Например, рукопожатие или что? Нет, ну как бы так уже не совсем. Вот, да, но через поцелуй без проблем. Через поцелуй без проблем. Вот. И по факту, кстати, я вам скажу, что ну, не секрет, есть католический гинеколог Константин Шмак, заведующий отделением одного из роддомов в Минске. Вот. Он писал кандидатскую по этому. И он говорит, что сейчас эти вирусы очень быстро мутируют. То есть, говорит, еще буквально вот, там, 10 лет назад их было там 100 разновидностей, а сейчас уже под 300. То есть они постоянно, и сейчас вот девочек прививают от этого вируса, прививка от 3 штаммов, а их уже 300, понимаете? То есть, ну какая вероятность, что эта девочка с мальчиком получит именно тот штамм, от которого она привита? А девочки им это дают, раньше давали в 12 лет, теперь уже дают в 10 лет, а в Великобритании той самой с 9 лет. То есть девочка
очень важно словить до интимных контактов. Вот. И девочка 12 лет воспринимает эту прививку как путевку в жизнь. Да, то есть, я привита в путь, да, то есть, и она смело идет на вот эти те самые контакты. Эти прививки предлагаются просто? Практически навязываются. Достойного отца и достойную мать. Но это опять немножко про добрачные отношения, да, и их мотивы и цели, для чего они нам нужны. Еще одним таким плюсом добрачных отношений является то, что вы, ну, это время сбора информации, конечно же, о своем избраннике. Конечно же, это не под прицелом, но в рамках беседы. О чем информация должна быть? О чем? О каких-то ценностях, жизненных принципах, о вообще репродуктивных установках, о том, сколько, в конце концов, ты мечтаешь иметь детей. То есть это все очень и очень важно. Дело в том, что всегда влюбленность, вот эта эйфория, она немножко идеализирует. И знаете, вот наш избранник часто вот в этот период воспринимается как человек, знаете, с картины Пабло Пикассо. Такая мозаика. Значит, отличный голос, хорошая походка. Ну, там может быть проблеск какого-то там доброты или там какой-нибудь приятный поступок был. То есть никакой целостности, целостного восприятия нет. Поэтому рекомендуют, и раньше это был институт помолвки, да, институт помолвки, чтобы вот эта буря утихла, вот длительный, достаточно длительный период знакомства. Кстати, раньше вот эта помолвка, она, ну, где-то до года. В некоторых источниках, конечно, еще больше, но вообще до года, до того, до законного оформления отношений и вступления в брак. И следующий пункт – это подарить себе радость материнства и отцовства. Мы уже сегодня не раз затронули тему о том, что добрачные отношения – это всегда риск для здоровья. И, конечно же, прежде всего для женщины. Но в нашем социокультурном пространстве всегда вот гулящая девушка – это было стыдно, это было развратно. Если узнавали, что у девушки есть до брака какие-то партнеры, но показывали пальцем – это было фу-фу-фу. А с чем это связано? Это связано именно с тем, что очень высокая цена материнству, да, святость материнства. Женщина – это мать прежде всего. А что происходит с женщиной? Что происходит с ее детородными, простите, путями, когда у нее то один, то второй, то третий? Но существуют данные о том, что женщина на уровне, если говорить немножко в таком телесном аспекте, на уровне микрофлоры она подстраивается под мужчину. На уровне микрофлоры. И посмотрите, здесь подстроились, разбежались, опять-таки перестроились. И сколько таких перестроек, непонятно. Вот. Адаптивные возможности организма, они снижаются. И в один определенный момент все, край. И отсюда размножение каких-то чужеродных микроорганизмов и хронические, ничем не излечивающиеся, просто неизлечимые воспалительные процессы. Плюс иммунологическое бесплодие. Сегодня есть данные о том, что после 7 партнеров половых риск этого бесплодия возрастает. Вы представляете, что такое иммунологическое бесплодие? Да? Нет? Значит, иммунологическое бесплодие возникает, когда возникает конфликт между мужским семенем и иммунной системой женщины. Вообще, ну вот как бы в идеале любой чужеродный белок организм воспринимает в штыки. И начинается выработка специальных таких антител, да, специальных механизмов защиты. Но вот здесь так природа устроила, что в идеале, да, в норме скорее, мужское семя не воспринимается как враг. Да? Вот эта выработка этих иммунологических клеток иммунных, она не происходит. А вот мы имеем дело с иммунологическим бесплодием как раз-таки, когда вот этот конфликт возникает. И один из факторов возникновения этого бесплодия является избыток и чрезмерное разнообразие именно сперматозоидов. Снижение плодности, импотенции у мужчин – это тоже сегодня не норма, да? Говорят о мужском, не какая-то новость. Но если 60, условно 60 лет назад в одном миллилитре мужского семени было там 50-60 миллионов сперматозоидов, то 300. Хорошо, 300. Ну то сегодня, ну это где-то 18. Ну, я даже слышала вот 7-10. О, 7-10. 7-10, ну это Мила говорила как-то, я вот слышала ее. 7-10. Да. Ну, это то, что в учебниках пишут. То есть, когда, значит, еще 50-е, 60-е, 70-е годы говорили о 300 миллионах, то представь, 300-500 миллионов, да, то есть, то теперь говорят
десятками, а даже меньше десятка. То есть, что мужчины слабеют, почему они слабеют? Потому что ходят налево и направо. Уже поиграем. Ну, здесь очень много факторов, да, плюс женская агрессивная, женская мода, да, которая очень агрессивна по отношению к мужчинам. Ну, мужской организм так устроен, что он не может не реагировать на женский организм. Да, и женщины постоянно, мужчины постоянно находятся в состоянии сексуального возбуждения. Средний возраст окончания потенции снизился, с 65, в среднем, до 45. Ну, и здесь есть над чем задуматься. Вот. Так что так. И следующая причина сохранить здравый рассудок и избежать психических проблем в будущем. Американские исследователи обнаружили, что каждая случайная связь увеличивает шансы суицидальных мыслей на 18%. Ну и ни для кого не секрет, что в Беларуси суицид занимает первое место среди внешних причин смертности. Какой механизм здесь работает? Сегодня вообще психологи говорят о том, что все эти фрустрации, да, депрессии, неврозы, случаи немотивированной агрессии, они очень помолодели и встречаются среди детей. Почему? Но опять-таки, можно задаться вопросом, какой механизм? Да, конечно же, на каждом углу не говорят детям о целомудрии. Это тема, которая не обсуждается ни в семье, ни в школе. Ну, редко. Они этого не знают. На них льется поток разврата, грязи и вот этой вот сексуальности, да, необузданной сексуальности. Они мозгами не знают, умом не знают, что такое целомудрие, но сердце-то им подсказывает, да, потому что совесть и честь очень глубоко укоренены в природе человека. И получается, что у детей конфликт, вот такой очень глубокий внутриличностный конфликт между тем, что действительно хочется, и тем, что говорят и что требуют, и часто требуют близкое окружение, да, друзья. Потому что сегодня говорят о том, что чтобы построить классные, успешные отношения, нужно быть доступным. Нужно быть таким легким на подъем. Это все равно на уровне глубоких механизмов вступает в конфликт с детской душой, с детской совестью. Вот так вот. Поэтому, конечно, это еще одна причина, почему детям нужно говорить о целомудрии. Потому что вот когда-нибудь, через месяц, через два, какой-то тягостный период своей жизни, когда возникнет, да, какая-то проблема, и как раз-таки возникнет ситуация выбора, они вот эту коробочку с нашим знанием достанут где-нибудь из глубин сознания и используют ее как спасательный круг. Ну, хотите, как жилетку. Со хотите, как... нужно говорить о целомудрии? Ну, начиная со школы, с младшей школы. В семье, понимаете, в семье вопросы эти поднимаются очень рано. Ну, еще вот если говорить о суициде и вообще как тени добрачных отношений. Очень классный такой яркий пример из художественной литературы. Его можно, например, в рамках какого-то классного часа разобрать. Это отрывок из повести «Дьявол» Льва Николаевича Толстого. Ну, в двух словах расскажу. Вот был барин Евгений, который для здоровья вступил в связь с крестьянкой Степанидой. И вот они на протяжении некоторого времени общались, а затем он ее оставил и счастливо женился на другой женщине. И через некоторый промежуток времени он встретил ее вновь. И там показывается, что творилось у него в душе. Какое это было искушение, какое это было душевное терзание. То есть там все дошло до того, что он решал, кого убить. Себя убить, жену убить или Степаниду убить. И как вы думаете, что он выбрал? Он убил себя. Так, ну и следующее у нас. Не стать средством заработка для фармацевтических компаний. Ну, здесь тоже мы затрагиваем тему контрацепции, о том, что с каждым... Это будет отдельно. Да, отдельно. Ну и следующее, последнее, соблюдать Божьи заповеди. Блуд – это грех. И вот здесь можно, в принципе, сделать небольшую аллюзию к началу нашего, да, к началу нашей лекции и еще раз рассказать о том, что такое целомудрие, о том, что это целостность личности.